По меньшей мере 18 человек стали жертвами теракта в Сирии. Среди погибших есть женщины и дети, а также несколько бойцов ополчения, поддерживающего Башара Асада. Десятки человек получили ранения. По словам медиков, некоторые из них находятся в критическом состоянии. Заминированный автомобиль взорвался у здания школы в деревне Аль-Кафат. Сейчас она находится под контролем властей. В самом регионе продолжаются столкновения правительственных войск с оппозицией. Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.